Всем привет! Вы на канале. Привет, я Ника. И сегодня мы приехали в парк мороженого и сладостей. Да? Ну, Пуль, ты чего? Ты чего такая? Хочешь уже мороженое? Ребят, сейчас все вам покажем, все расскажем, а вы пока устраивайтесь поудобнее и вперед смотреть. Пошли быстрее. Так, ребят, всем привет. Мы уже с самого утра, да? Раннего. Собрались с утра пораньше, до жары, хотим приехать в парк. Да. Мы Никуле уже рассказали, она в предвкушении. Да? Что это за такой красивый парк? Принарядились, чтобы наделать красивых фоточек. Да? И папа принарядился, да? Да, взяли штатив. Будет много-много красивых фоточек. Да? Сейчас такси уже приедет. Пойдем? Да. Пойдем. Серьезная личность. Ну что, мы на месте. Вот такой вот вход. Пока ничего не видно. Mm-hmm. Да? Сейчас пойдем купим билетик. Деткам вроде бесплатно, а нам 99 бат. Ну да, Никулечка бесплатно, а нам взрослым. С понедельника по пятницу 99 бат. Покупаем? Билетик покупаем. Так, ну все, оплатили билетики. Вот такие нам браслетики. А, я уже вижу. Ничего себе. А она с другой стороны? Как вы высоко забрались. Тут горка такая, довольно-таки крутая. Смотрите, аккуратнее. Давайте. Она не едет? Привет, привет! Здравствуйте! Одна будешь? Можно было еще кусать здесь, как на фабрике Вилли Вонка, да? Да, прикольно. Фонтанчик. Ты одна хочешь на горку? Куда пойдем? Ну, ты можешь одна идти без мамы. Что там в домике, Николь? Здравствуйте. Здравствуйте. Такая красота и солнышко светит. Кстати, хорошо, что мы приехали утром. Во-первых, народу нету. Во-вторых, не так жарко еще. Так что мы сейчас нормально тут погуляем, как раз часок. Потом зайдем, тут есть кафешка со всякими вкусняшками. Ника еще об этом не знает. Какие мороженки. Съели бы такую мороженку. Пойдем наверх подниматься. Давай, только сейчас мы найдем вот так. Кто там сладкоежка? Если бы это можно было еще все попробовать. Вообще было бы супер. Ой. Поднимаемся. А мне с вами идти? Да. О, сверху на тортик посмотреть. Ник, какой тебе сладость тортик на день рождения? Давай. Смотри, какие Блин, тортики. Фрукты. А там вон шоколад. Вон там печеньки, дойдем туда. Опа! Там еще какой-то парк аттракционов. Здесь. А там ледяных типа скульптур. Попробуй. Съедобно, нет? Нет. Нет? Вот это не съедобно? Ну ты попробуй, может можно оторвать съесть? Что, все искусственное? Я не могу. Не можешь? Не можно. И вот, получается, здесь мы зашли. Небольшой, но очень прикольный для фоточек. Прям самое такое прикольное. Ну и деткам погулять, побегать тоже здорово. Мне кажется, там шоколадная река. Пойдем быстрее смотреть.
здесь проходим мимо шоколада. Мимо кексиков. Смотри, какой кексик. Кексика. Как мы пекли прям. Ничего себе, там... О, папа куда-то пошел без тебя, не кусь. Аккуратно, подножки, подножки. Вот это вы пошли. Вот это мы пришли, руку давай. Побежали. Сама, ну я взяла запасное платье так-то. Прикольно. Я как будто сама ребенок. Иду тут, радуюсь. Куда, Ник? Туда, ну пойдем туда. О, пончики, Ник. Смотри, можно в пончик встать. Будешь в пончик садиться? А что это? Только делают или что? Почему? О, да, тут делают, смотри, только вон там горки я будут. Я смотрю, что... Николь, аккуратно, чтобы мы не покрасились. Что краска как будто... Да, как будто новая. Выходим отсюда. Тут паровозик только начинает красить. А, мы бы сейчас влипли. Вон там можно к печенькам сходить, вон тем, на палочках. А еще можно в тортик внутрь зайти. Мы приехали в ненастоящий парк. Я думал, это все есть можно. Ты тоже так думала? Да. А тут ничего нельзя покушать, что ли? Обалдеть. И вот куча мороженки, и тоже все нельзя. Они не пачкаются? Никак. Я боюсь, что это пачкается. Хотя вроде... Да нет, это не пачкается. Можно вон к тем мороженкам зайти. Хочешь? Заходи. О, можно залезть в вафельный стаканчик. Хочешь? Нет. Тут все из шоколада. Да, горка. Горка, да. Поедешь? Ну, как-то так. Папа. Папа, едешь с горки? Нет, она очень вертикальная. Еще раз. Можно она одна? Да, можно. Едь. Ну-ка, и что тут за цвета? Расскажи подписчикам, они, может, не знают? Ага. Ага. И белый, молодец. Все, подписчики теперь знают, какие цвета есть. Розовый, да. Еще какие знаешь тут? Ага. Тихо, 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 тихо. Обалдеть. А вон печеньки. Выбирай себе печеньку, Ник. Какая тебе нравится? Розовая? Нашла. Аккуратней. Сейчас, Ник, подожди. Села? Все, сидишь на печеньке? Погуляли мы чуть-чуть, пофоткались. Сейчас идем куда? Да, идем в кафешку, там продаются сладости, мороженки. Короче, тоже покажем, что там и как сделано. Куда? Туда. И, конечно же, мы не могли упустить такой шанс попробовать мороженое, сделанное именно здесь. Ника долго не могла выбрать сначала стаканчик для мороженого, а потом и сам вкус, ведь здесь более 20 видов мороженого. И фисташковое, клубничное, ягодное, шоколадное. Но Ника в итоге выбрала цветное мороженое. Мы подозреваем, потому что там был нарисован единорог. Ника первая попробовала его и, конечно же, поделилась с нами. Кстати, оказался очень необычный и прикольный вкус мороженого. А после этого нам уже нужно было ехать домой. Мы и не заметили, как время быстро пролетело. Ну все, мы вернулись домой, я поставила покушать, потому что и Ника, и мы очень проголодались. А я забыла вам кое-что показать. Помните, я собирала подарки для сестренки Софии, Никиной подружки?
Так вот, мы без подгузников Honeykit никуда. Я сама очень давно люблю эту марку, потому что доверяю качеству. И более того, когда я была в Москве, мне выдалась возможность побывать на экскурсии по заводу и увидеть процесс производства своими глазами. Предлагаю и вам отправиться на завод вместе со мной и посмотреть, как делают подгузники Honeykit с улучшенным качеством. Я изучила весь процесс производства от и до и даже протестировала качество подгузников. Сначала на производственной линии подгузник в буквальном смысле собирается из нескольких видов технологичного сырья. Уникальная технология Magic Tube позволяет делать подгузники тоньше аналогов, при этом впитываемость сохраняется на самом высоком уровне. На линии установлены самые современные детекторы, они обнаруживают брак в упаковке и отбраковывают ее автоматически. Здесь везде усиленный контроль качества, а еще полная автоматизация на производстве. Кстати, не забываем и про стерильность. Это не только халат и шапочка, но еще и обработка при входе. Но кроме умных датчиков за качеством следит эксперт. Каждые несколько минут он проверяет, нет ли в партии дефектов, посторонних запахов, лишних цветов, все ли в порядке с размером, формой, плотностью и надежностью. А вот здесь на специальных манекенах проверяют подгузники. Сейчас тут идет проверка на дневной сон на спине. Всегда мечтала провести этот тест, как в рекламе. И теперь у меня появилась такая возможность. Берем подгузник, наливаем жидкость, смотрим, засекаем 40 секунд, ждем. Сухо! Благодаря технологии Flash Dry подгузники могут впитывать жидкость буквально за несколько секунд, сохраняя кожу полностью сухой. Посещение завода моего любимого бренда Honeykit подарило мне не только новые знания, но и точную уверенность в том, что продукция бренда качественная и ей можно доверять. Вкусненько! А что у нас, Никуль, на обед? Фри? А еще что? И рыбка. Николь тут очень полюбила прям рыбку. Иногда даже просит ее больше, чем мясо. Да? Да. Вкусная тут рыбка? Да. Ну что, сейчас покушаем, Никусь, отдохнем, а потом проснемся. Что будем наряжать? Ёлку. Ёлку? Да. Да, пора уже, да? Да. Хорошо. Приятного аппетита тебе. Что, Ник, подписчикам будем рассказывать, что мы делаем? Да. Что у нас скоро будет? Новый год! Год. Скажи новый. Новый год! Да, новый год. Год! Мы долго думали, ставить или нет елку, но решили, праздник просто не может быть отмечать без елки. Новый год, Ник. Да. А фейерверки в окне будут пускать у нас? Да, по-любому, много-много, да? Да! Так, ну ладно, мы что-то отвлеклись. Давай, елку-то будем наряжать? Так. Ну давай. Закрепил? Я немного подсобрал, да-да, вроде. Ну давай, закрепляй, сейчас принесу игрушки. Давай. Эти игрушки будут на елочке? Нет. Нет, другие? Да. Ты думаешь, будет сюрприз? Я накупила игрушек, давай распаковывай все. Нашла. Шарик. Розовый. Да, мы его достали из нашего адвент-календаря Никиного. Сколько там окошек осталось, Николь, в адвент-календаре? Мы в том году ставили елку, она у нас была в таком белом цвете. В этом году решили, я решила, что она у нас будет золотисто-серебристая с деревянными игрушками. Ничего себе. Да. Ник, все запуталось. А все, вот, смотри. Горит! Ура! Сразу, где у нас елочка-то будет стоять? В уголку? Да. Наверное, вон там, где, да, вот где ты стоишь, наверное, там, давай, да. Посередине будем ковром отходить. Нет. Мама, нет, иду туда. Сейчас давай поставим вот сюда. Да. Вот так подойдет? Да. Нормально? Иду туда. Давай эту здесь оставим. Все? Иду туда. Давай. Так, да, будем? Подавай мне огоньки. Огоньки? Да. А, о, док, лед, ничего себе, ты еще одну охапку. Давай, держу. Иди наматывай на елочку. Нет, вот маме помогай, который горящий, наматывай на елочку. Вот, да, молодец, вот так. Давай. Ага, благодарю тебя. Так, ну мне самая сложная часть досталась в этом году. Не мешаться, да? Собрать елку.
Звезда, и да, кадида, звездочка. Да, я случайно купила две. Какая больше нравится, такую оденем. Это... И эта. Да, ну, а тебе какая больше нравится-то? Какую будем одну? У нас макушка одна. Какую будем одевать-то? Да, да. Ой, не годи, годи. Давай на клей вторую посадим звезду рядом на макушке. Эту звезду. Так, давай тогда спор решим на камень, ножницы, бумага. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. А ты что-нибудь покажешь? Давай еще раз. Камень, ножницы, бумага. Раз, два. Показывай. Три. Что у тебя в итоге? Бумага? Нет. Не, а что? Ну, бумага, ты выиграла, да? Эту вешаем. Эти себе можешь оставить. Я рядом пониже повешу. Вон там он есть, этот отросточек, я вон там повешу. К моей задаче еще присоединились последователи. Теперь нас двое, главное. Мы же собирались все вместе украшать елку. Почему тут вот просто вывалено все? Мы маме будем помогать-то? Отлично. Надо открыть остальные упаковки. Вы откроете с папой, я вас попросила. Давай. Да, папа будет побольше, да, давай. А как? Как будто я знаю, как будто каждый день прям открою. О, я открыл. Высыпай. Прям там высыпай. Есть веревочки какой-то или надо вешать? Есть, есть. О, какие красивые. Ой, у тебя получилось отличненько. И у тебя высыпаем. Ой, тоже. И деревянные давайте открывайте. Вот и снежинки вон там еще. О, я открыл две штуки. А ты? О, и снежинки я открыл. И еще снежинки я открыл. Звезду-то решили. Ну, а где звезды? Это моя звезда. Вот она, твоя, Ник. Ты хочешь? Давай я тебя подсажу. Ой, стойте, стойте. Нравится? Красиво. И мою звезду. Ну, Кость, ну, это некрасиво. Звезды не может быть на елке. Это некрасиво. Ну, считай, что это игрушка. Ну, да. Нет. Давай вот тут сбоку где-нибудь повешу. Вот ну, так. Сбоку сейчас что-нибудь придумаем. Ну, вот так давай. Вот. Подарочки уже под елочкой. А кому это подарочки? Тебе? А там еще внутри что-то лежит? Ты думаешь, что-то лежит? Да. Не надо открывать. Ну да. Ой, Ник, новогодняя елка. Не пугайся. Ник, новогодняя елка. Так, ну, кто-то тут разбаловался. Давай, смотри, мы ее вот так замотаем, вот эту штучку. Типа у нас тут снежок. Козом. Где? Покажи, Ник, подписчикам покажи, где машина с Дед Морозом? Дядя. Ну, ты покажи подписчикам-то, где машина с Дед Морозом? Вот они, да? Николь, что это такое? Паровоз. Паровоз. Да. А где он должен стоять? Под елкой? Да. Ой, какой паровозик. Ставим сюда его? Да, ты будешь играть? Да. Еще сдвинем вот так елку сюда. Может быть, все же оставим под елкой его? Да. Он будет новогодний такой паровоз у нас. Мне кажется, он не доживет до Нового года. Подойдет сюда? Да. Пониже, вот сюда? Да. Вот сюда, вот так? Да, смотри, как я смотрю, угу. Есть конфетка. О! Что-то прям, по-моему, много игрушек, нет? У нас, мне кажется, елка. Нормально все. Мало даже. Тут еще просто деревянный, я про это. Игрушек много не бывает.
Мы, может быть, украсим как надо елку с двух сторон, а не только с лицевой. А что? Давай, давай, вешаю. Я только... Так, ну я могу применить магию Нового года. Да, ты можешь? Да, и свою магию. Ну, поколдуй. Быстро. Ну что, Николь, красивая у нас елочка. Так, ребят, оцените нашу елочку. По-моему, очень красиво получилось. И по-любому заслуживает вашего лайка. Ника, еще смотри, что можно. Ник, смотри еще, кого можно. Вот сюда под елочку посадить символ нашего года. Зайчика. Угу. Давай зайчика вот сюда. И снеговичка. И снеговичка. Вот сюда давай. Так, хоп. Да, и машина. Все? Нравится? Нравится елочка? Да. Смотри, как так. Классно. А давай теперь вот так сделаем еще. Цвет тушится, тушится. Опа! Ничего себе! Вот это правда волшебство! Николь, бабушка игру прислала, да? Да. Что это за игра? Что нужно делать? Да, шарики собирать по цветам, да? На разные картиночки, да? Нравится тебе? Да. Вот, шарики собирать. Получилось у тебя? Давай подписчикам покажем. Давай покажем. Подожди, не разбирай. Нет. Не показали. Дядя. Новую картинку нужно? Да. Давай Дед Мороза. Нет, не понравилось тебе. А кого? Давай. Да, я... Снеговика? Да. Давай. Нет, машину? Давай, машина. И на ней... Что вверху на ней? Ёлку. Угу. Ну, а ты стишок к Новому году учишь? Да. Хорошо. Да, не-не-не, мы сейчас подписчикам рассказывать не будем, мы им попозже, ближе к Новому году расскажем, да? Погоди. Ну, после того, как Дед Морозу расскажем снежок, стишок, да? Погоди. После того, как Дед Мороз стишок расскажем, да? Да. Погоди, Фабик. Ну, все. Угу. Ну, вот такой выпуск, ребята, у нас получился. Я считаю, очень насыщенно и интересно. А как вы считаете, напишите в комментариях. Да, и не забывайте ставить колокольчик, чтобы первыми узнавать о наших видео. И также не забывайте, что везде мы Ника Фэмили, и в нашем инстаграм мы выложим фоточки из нашей фотосессии в парке, как мы украшали елочку. Да, также не забудьте обязательно поставить лайк и подписаться. И скажите, кто ждет стишок от Ники? Да, на Новый год. Пока!